На этот раз я тебе очень помогла. Как меня наградишь? На этот раз ты действительно заслужила похвалу. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Может, я просто расплачусь своим телом? Давай. Чусимин, что за отношения? Ты уже мой. Какой толк от тела? Если бы знала, не помогала бы. Хорошо. Дзенер, ты много работала. Ты можешь отправить меня по любому поручению. Этого достаточно? Давай спать. Не ложись. Я еще не закончила говорить. Просто будь откровенна. Не будь со мной вежлива. Я хотела сказать, что хоть ты и занимаешь высокий пост, но все-таки зарплата чиновника все еще ограничена. Наше поместье только что отремонтировано. Мы потратили почти все сбережения за этот год. Столица не похожа на военный лагерь. Еда и питье требуют довольно больших денег. Значит, ты хочешь сказать, что я зарабатываю слишком мало и не могу удовлетворить наши ежедневные расходы? Когда это я тратила деньги бездумно? Я вот о чем думаю. Ты же великий генерал. Ты не можешь всегда испытывать финансовые затруднения и потерять престиж, не так ли? Кроме того, расходы в поместье будут расти, поскольку ты продолжаешь налаживать отношения с людьми. К тому же, в поместье мне нечего делать целый день. Я тоже хочу чем-нибудь заняться. Почему бы мне не заняться бизнесом, чтобы поддержать семью? Дзенер, ты действительно хорошая жена. Ты уже все тщательно обдумала. Конечно. Тогда ты подумала о том, каким бизнесом ты хотела бы заняться? Если торговать, значит зарабатывать деньги. Завтра мы с Жожо выйдем на улицу, прогуляемся и посмотрим, что мне подходит. Ты так хорошо ко мне относишься. Поэтому я должен тебя поблагодарить.